Народная милиция Луганской Народной Республики не планирует возвращать на позиции отведенную военную технику. Заместитель начальника штаба корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики полковник Игорь Ященко сообщил, что варианты возвращения на боевые позиции военной техники, отведенные в соответствии с дополнением к комплексу мер по выполнению Минских соглашений, не рассматриваются. «Мы строго придерживались и в дальнейшем будем придерживаться достигнутых соглашений. И до тех пор, пока ведется диалог, пока противник не нарушил всех условий достигнутых минских договоренностей, мы будем уважать труд тех людей, которые стараются мирным путем, сохраняя жизни солдат, причем по обе стороны линии фронта», – заявил Ященко. При этом полковник Народной милиции Луганской Народной Республики отметил, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ имеют беспрепятственный доступ к местам хранения отведенного вооружения, регулярно проводят проверки его наличия.